Всем большой привет! Наконец дождались наступления весны. Я сейчас расскажу о способе подготовки земли под посадку семян для рассады. Способ заключается в следующем. Я осенью набрал в огороде своем землю. Она всю зиму у меня была промерзшая в гараже. Весной размораживаю эту землю. Затем прохожу немножко ее, уже растаявшую, горелкой. Чуть-чуть сверху. Короче, проходите горелкой, немного, не прогревая ее полностью до конца. И основная дезинфекция или обеззараживание проводится с помощью перекиси водорода. Перекись водорода сейчас доступна, она в продаже есть, в аптеках есть, в маркетплейсах. 3% перекись водорода. 3% выпускается в разных емкостях. Пропорция готовится такая. Нужно 6 столовых ложек на литр кипяченой воды. То есть вода кипятится в объеме 1 литр. И в эту уже скипевшую воду можно добавить почти весь пузырек этой перекиси водорода, 6 столовых ложек, здесь 100 мл. То есть выливаете эту перекись из бутылька в количестве 90 мл в воду, размешиваете это дело и переливаете в емкость, бутылку, которая имеет распылитель. С помощью этого распылителя затем вы проливаете, опрыскиваете всю землю для того, чтобы полностью ее увлажнить. Не бойтесь даже немножечко лишнее. Во-первых, перекись водорода является хорошим обеззараживающим реагентом, то есть она убивает все вредные микроорганизмы. И во-вторых, она потом после того, как отработала, там выделяется вода и атомарный кислород, как раз, который и является обеззараживающим агентом. Атомарный кислород у вас аэрирует почву еще дополнительно. И затем в эту подготовленную уже почву, можно немножко подождать, допустим, несколько часов, вы высаживаете семена, уже семена, ну, те, которые наметили для того, чтобы вырастить рассаду. Вот такой способ обеззараживания земли. Я думаю, он самый простой. До свидания. Спасибо за внимание. Всего доброго.